Друзья, всем привет! На сезон осенних работ уже многие люди задаются вопросом, какой же мини-трактор выбрать, чтобы, как говорится, и сэкономить денег, и не взять какое-то, извините, говно. Вот. Что могу сказать? Сейчас самых ключевых таких мини-тракторов, трицилиндровых, чтобы они были полный либо задний привод без ременной передачи, вот что больше всего как бы всегда пользуется спросом. Завозится несколько позиций, их там, грубо говоря, 4. Есть вот такие фарфорты, он же Синтай, он идет на маленьких, на высоких колесах и, естественно, с трансмиссией там 6+2 и 8+2. Ну, сразу могу сказать, что рекомендовать буду брать 8+2, потому что 6+2 с 24-сильным мотором не так будет хорошо долго жить. Вот. И сразу тоже могу сказать, что под какие-то объемы большие, там, как вот, допустим, для Донфэнга там, или для даже того же ДВшки, там по 10, по 20 гектар, этого моста не хватит объективно. Там, это больше таких для более легких работ. Да. Либо же, если у вас полный привод не нужен, вообще замечательно, потому что есть вот самых таких низкобюджетных, вот такие трехцилиндровые Синтай. Это ФРК, ТРК, ФТРКЖ и так далее. То есть маркировок там много, все достаточно придумается уже в Украине маркировки. Суть в чем? Тут та же 6+2 трансмиссия, но тут нет передка. Соответственно, коробка не перегружается еще передним приводом. Вот в этом конфиге вообще проблем вообще нет. Вообще будет все замечательно. Ну, замечательно в той степени, сколько, собственно говоря, рассчитана жить эта коробка. Но она неплохая сама по себе. Главное ее правильно эксплуатировать, правильно сочетать. Вот. И здесь, соответственно, будет ниже цена фактически на $1000, чем полный привод. То есть задний привод вам обойдется на порядок дешевле. Вот. На ключевые позиции, такие как Форте, Синтай, ДВ 244 с гуром, без гура. Потом, если у вас уже бюджет позволяет, да, более что-то подороже, вот, еще действует на Орионы. Орионы РД и РФ серии. Вот, РФ это, соответственно, с реверсивным ходом, есть еще Орионы обычные, без реверса, то есть тоже 8+2. Во всех Орионах базово идет 8+2. Вот это мы спрячем. Все, этого нет, все хорошо. Вот, ну, в общем, Орионы всегда были вот типа как а-ля ДВшка, то есть ходовая коробка тут уже как бы за полтора года, в принципе, могу сказать, что жить будет не хуже, не лучше, чем в ДВшке, абсолютно. В остальном есть свои опции, свои плюшки, так сказать, плюшки, за которые их любят. Там сразу вот гидравлика, там, которой можно погрузчик подключить, там самосвальный прицеп там, и еще что-то. То есть два выхода гидровыхода, вообще их три идет. Три, один еще штатный всегда идет. И вот два уже стоит, и двухсекционный такой распределитель гидравлики. То есть сразу можно подключать, грубо говоря, погрузчик, любую погрузчик, лопату отвал регулируемый, то есть любую технику, где два цилиндра. Вот, либо два цилиндра на разных на разной технике. Вот, в общем, Орионы, ДВшки, это то, что тоже участвует у нас в акции. И специально для наших подписчиков уникальные скидки. Скидки до 2-2500. То есть вы можете при заказе модели определенной вот, сэкономить сейчас, купив ее в магазине minitractor.ukr. И широкий у нас спектр техники, то есть по этим ценам проходят и шифинги, начинается все с шифингов. Самая сейчас востребованная модель — это 240-ковый люкс на высоких колесах, это раз. Потом шифинг 244 с гуром, с гидрачом. Вот, соответственно, потом Форта, они же Синтай, заднеприводный, полноприводный, на высоких колесах. И потом идет у нас ДВ Орион. Это то, что больше всего, в принципе, люди берут. Да, они не самые лучшие, конечно, с Донфэнгом. Там, особенно G2, сравнивать смысла вообще никакого нет. Кстати, видели, насколько G2 он выше, чем обычный 244? За счет колес, скорее всего, да? Выше. В общем, нет смысла сравнивать эти трактора для особого ряда задач. Ну, то есть, как бы это не всемогущий. Вот Донфэнг фактически всемогущий в поле, да? Там можно им, грубо говоря, пахать, перепахать все всего. Эти же там, допустим, те же Форты, ДВшки, более
под меньшие объемы работ, под меньший моторесурс рассчитан. Там Форд вообще он идет маленький, там, допустим, в ДВ-шках средний, ДВ, Орион средний класс. Вот. Ну, на все вот эти ключевые позиции действуют скидки. И это трактора, которые очень востребованы, очень популярны, соответственно, что очень самое важное, их много в наличии всегда. Соответственно, много на них запчастей, потому что если там, к примеру, там те же Garden Scout синие, их могли завозить там по 50 штук, эти завозят сотнями и каждый месяц. То есть в наличии деталья на Орионы, на ДВшки, на те же шифинги, на вот те же сейчас Форте, Синтай станут массовой техникой, массовыми тракторами. Они дешевые, они не сильно прям говно, их будут брать. Что задний, что полный привод. И, соответственно, на них деталей тоже много. Так что, друзья, милости просим. Подписывайтесь на наши соцсети, подписывайтесь на наш телеграм-канал, инстаграм. Там будет все более детальная информация по акции. На какие позиции, на какие модели будет более, больше, меньше скидка и так далее. Так что переходите, смотрите. Всем желаю удачи. Пока-пока.